Всем привет! Сегодня я буду показывать и рассказывать вам о модели Hot Bodies D8 Adochi Hara версия. Модель мне прислал мой друг с города Находки на переборку, подготовку к соревнованиям, так как модель он эту купил не так совсем давно, и модель нуждается в полной переборке, в замене некоторых мелких деталей, в основном настройки самой модели. Поэтому будем ее перебирать. Сейчас я быстро пробегусь по всей модели, скажу все ее косяки, какие с ней сейчас присутствуют, и что мы будем менять. Первое, что я вижу, что все болты на модели, ну, 80% придется поменять, так как не то, что они заржавели, они не те, которые тут должны быть. Ну, допустим, вот эти два болта, они хоть и одинаковые, но один идет, по-моему, из алюминия или из титана, другой идет из стали. Но что меня больше всего удивляет, так это нижняя часть, особенно вот эти болты, которые должны быть под Паттайю, здесь идет с простыми шляпками. Такого, в принципе, быть не должно. Что увидел из беглого просмотра по всей модели? По косякам. Первое, это система кастер-блока и кулака. Ну, считаю, это одной из почти худшей системы, так как вместо оси идет, сюда закручивается болт. И как мы видим, он уже весь в клею, чтобы не откручивался, как я понимаю, так как последние пару этапов у этого пилота была проблема. У него откручивались эти болты, и ось, сами болты выпадали, и колесо отваливалось, грубо говоря. Также, что еще увидел, что все болты и резьба боковых защит просто сорвана, срезана местами. Также по задней части этот рычаг ходит, вообще как бы ходит, и этот что-то очень сильно клинит. Тоже придется все разбирать, прочищать, проверять. И невооруженным глазом видно, что здесь наклона градусов 10 как минимум. С другой стороны, кстати, также. Амортизаторы задние сняты, они пришли ко мне отдельно в коробочке. Они полностью разобраны. Все равно придется все перебирать. Давайте посмотрим, что пришло с ней еще. Из электроники. Что на ней стоит? Пришло это вот в таком виде. Стоит мотор, сейчас сниму с него радиатор, мотор Trackstar для баги 4068. Мотор небольшого размера, спаян, конечно, не очень хорошо, это все будем переделывать, но в цвет моторамы, можно сказать. Так, и центр диф. Так как это изначально модель для нитро моторов, здесь стоит конверсия, и дека немного попилена. Также из регуляторов стоит Tekken Gen 2. В принципе, хороший регулятор. Но, по-моему, он у этого пилота перегревается, так как модель относительно тяжеленькая. Модель старая, топорная в некоторых местах, моментах. Рычаги у нее монокок, пластик весь у нее тяжелый, алюминия много, почти что все из алюминия, и причем толстого алюминия, и она тяжелая. Так, прислали, как я вижу, здесь еще коннектора, какие-то провода зарядки, аккумулятор и сам бокс под аккумулятор, и место, куда встает сам регулятор. Ну, радиатор с кулером тоже. Все это будем перебирать, проверять. Также прислали с моделью две эти коробочки, где есть старые подшипники. Но, скорее всего, мы будем почти что все их менять клей. Не знаю для чего. Амортизаторы задние в разобранном состоянии. Какие-то запчасти. В общем, скоро буду начинать переборку этой модели. Ждите видео на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также заходите в описание группы. Там у нас есть ссылки на классные группы ВКонтакте. RC барахолки, RC сообщество. Все, всем спасибо, всем пока.